Готовим вкусную окрошку. Отвариваем яйца, у меня будет 5 штук. Картофель. Нам понадобится огурцы, и большой я буду тереть, а маленький резать. Редиску тереть, зелень потом с картошкой будем смешивать, толочь. Колбаса. Колбаса самый главный ингредиент здесь. Я иногда добавляю и ветчину, и карбонат какой-то, потому что она непосредственным делом влияет на вкус картошки. Поэтому всегда выбираю ту, которую я люблю. Крупной терке натерли редиску и огурец. Картофель сварили, слили и остужаем. Картошки добавляем порезанную зелень и толчем все вместе. Зелень у вас такая, какую вы любите. Например, если вы не любите укроп, вы его не кладете. И столько, сколько вы любите. Все потолкли. Мелкими кубиками режем колбасу и огурец. Будет лайфхак с яйцами. Я больше никогда не режу и не тру яйца ни в один салат. Что мы с вами делаем? Нам нужна просто толкушка. Ни в один салат, ни в окрошку. Оп! Все! Посмотрите, как это быстро и просто. И так все яички. Идеально. Всыпаем яйца и подготовленные ингредиенты в кастрюлю к картошке. Добавляем немного соли. Такая красота получается. Выкладываем в тарелку. Заправляем тоже по вкусу. Я очень люблю с майонезом и квасом. И квас обязательно должен быть сладким. Если он такой терпкий и кислый, мне такая крошка не нравится. Ложка майонеза. Перемешиваем все сначала тщательно. Регулируем сами, я люблю погуще. Приятного аппетита! Расскажите, как делаете окрошку вы.